В Москве специалисты управления К МВД России задержали 28-летнего уроженца Республики Таджикистан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей в возрасте от 3 лет. Получив на родине образование художника, молодой человек приехал в Российскую Федерацию и перебивался случайными заработками, занимаясь внутренним оформлением помещений. Свободное от работы время он создавал закрытые группы в популярных социальных сетях и распространял в них порнографические материалы с участием несовершеннолетних. В общей сложности им было создано 4 таких группы. Оперативники установили, что в личной коллекции злоумышленника находилось свыше 400 гигабайт порнографических материалов с участием детей. Часть изображений он скачивал с зарубежных ресурсов интернета, а остальные изготавливал лично и обменивался ими с участниками групп. Для осуществления своих замыслов этот злоумышленник знакомился с молодыми женщинами, имевшими детей, входил к ним в доверие и предлагал присмотреть за детьми. В то время, когда матери отлучались по делам, злоумышленник совершал с детьми насильственные действия сексуального характера и снимал это на сотовый телефон. Впоследствии видеоролики размещал в интернете. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодой человек мог совершать подобные преступления на территории других регионов Российской Федерации. Следствие продолжается.